многих возникает вопрос, в чем разница между дрожжевым и бездрожжевым тестом и, естественно, хлебом? И мы с этим вопросом обращаемся к специалисту, моему другу, хорошему товарищу Виталию. Виталий, пожалуйста. Всем привет, нет никакой разницы. Кушайте с удовольствием, с Божьей молитвой, все будет хорошо. Друзья, доброе утро. Мы сегодня с Виталием пробежались утром 6 километров, искупались, встретили рассвет, приехали для того, чтобы вкусно, хорошо позавтракать углеводами. Вы знаете, как с утра хорошо идут фруктовые, ягодные смузи. Просто здорово. Это заряд энергии, бодрости. Сейчас поставили бездрожжевой хлеб, через несколько часов будет готов. Друзья, шалом. Я веду свой репортаж из Лондона. Смотрите, какие автобусы в Лондоне. Просто загляденье. Погода радует. Главное, чтобы не было дождика. Друзья, за моей спиной Букингемский дворец. И множество людей собралось для того, чтобы посмотреть... Нет, не на королеву, которая сегодня выйдет на балкон. Посмотреть просто на смену королевского караула. А сколько из нас, читая книгу Откровения, 4-5 главу, где идет речь о тронном зале, где восседает царь царей, видите, сколько людей заинтересованы в том, чтобы собраться вокруг престола великого царя. Я шалом. И вот я снова классически бегу, не плыву и не ползу, и не еду на велосипеде, а бегу я сегодня в Англии! И вы знаете, у меня есть программа 1+1, которая говорит, что никогда не бегай сам, всегда бегай с кем-то. Я подумал, как бы мне в Англии побегать с кем-то, поэтому я взял сюда Татьяну, и мы бежим вдвоем. Никогда не оставляйте друга одного. Тем более, если вы едете в замечательное какое-то интересное место, всегда возьмите. Хороших вам пробежек, друзья. И увидимся. А на самом деле, почему мы бегаем в Англии? Не потому, что нам так захотелось. Не потому, что я решил еще одну страну в свою копилку бега положить. Кстати, скоро мне самому будет интересно. В этом году Господь обильно благословил меня заграничными поездками. Это были встречи, командировки. Это было всегда связано с моим пасторским служением. И сейчас мы приехали в Англию, потому что у нас здесь большое совещание молодежных руководителей, которые готовят большой-большой следопытский подростковый лагерь наступающим следующим летом. Лагерь будет проходить вот на этом месте, где мы сейчас находимся. Мы планируем программу, мы смотрим, какое меню составить, какие интересные активити придумать для наших следопытов. Поэтому, следопыты, если вы меня смотрите, это место, я вам хочу сказать, классное. Здесь очень здорово, здесь очень красиво, и лагерь будет просто замечательный. Поэтому мы прилетели в Англию для того, чтобы участвовать в подготовке лагеря. А заодно мы не оставляем наши тренировки, и мы бегаем, на что мотивируем также и вас. Бегайте. Бегайте, двигайтесь, ездите на велосипеде, плавайте, потому что здоровье – это единственное, что очень легко потерять и очень сложно восстановить. Все остальное в жизни наживное. Ну, и не только я всегда говорю о физическом здоровье, но и духовное здоровье. Тело, дух и душа. В здоровом теле Божий дух, который формирует мою душу совершенно в иной плоскости. Будьте благословенны сегодня, друзья. Хорошего дня. Хочу прочитать вам сегодня из книги «Притч».
Это книгу, которую написал знаменитый известный царь Соломон почти 3000 лет тому назад. Давайте посмотрим, что он пишет. «И обратился я и увидел еще суету под солнцем. Человек одинокий, и нет другого. Ни сына, ни брата нет у него, а всем трудам его нет конца. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». Я все время думаю и озадачен вопросом, каким образом мы можем поддерживать друг друга в нашем духовном росте. Мне необходимо найти партнера по духовному развитию. Необходимо найти человека, который позвонил бы вам или связался с вами и спросил: «Как твои дела? Ты сегодня молился? Ты сегодня исследовал Священное Писание?» Найдите такого партнера, молитвенного партнера, того человека, который будет молиться за вас, переживать, который будет делиться с вами своими духовными переживаниями. А еще лучше, если таких людей будет двое, трое, тогда точно ваше духовное развитие, ваши духовные тренировки будут проходить на самом высоком уровне. Я желаю всем нам найти того человека, о котором пишет Соломон, чтобы, если мы упали, был бы кто-то рядом, кто всегда мог нас поднять и поддержать, снова поставить на ноги. Впереди у нас еще много интересных серий и выпусков, поэтому, пожалуйста, прямо сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Они очень ценны, я их все буду читать. Жду вас на своем канале и приводите друзей. Всего доброго!